Мы видим, начались задержания во Внуково. Ведут человека. Что-то упало из кармана. Или падает. Позор, как не стыдно. А, это девушка ведут. Дорогу. Как зовут вас, девушка? Очень жестко довольно-таки, не толкай меня. Девушка, почему вас задержали? Освобождаем проход. Осторожно, машина. Как вас зовут? Я не знаю, меня зовут Катерина. Кать, за что задержали? Я не знаю, взяли, вытолкали из аэропорта. Мое задержание абсолютно незаконно. Держитесь, Катя.